Всем привет, ребят, всем доброго времени суток, всем трям. Сегодня новости про ближайшее будущее Dead by Daylight. Новые архивы, новые скины и многое другое. Начнем с того, что том 5 будет сосредоточен на Хиллбилли, Нэй Карлсон, Мор. Как ожидалось, событие Хэллоуин также будет каким-то образом связано с этим. Перечислять весь список испытаний пятого тома очень долго, их много, которые есть сливы. Есть вот такой вот сайт, где можно посмотреть весь список, который слит из испытаний. Каждого уровня. Третий, четвертый, второй, первый. Ссылочку оставлю в описании. Основными героями пятого тома будет Билл, Мор и Нея, как я сказал ранее. Также будут испытания, связанные с Хэллоуином и Наблюдателем. Благодаря испытаниям, содержащимся в пятом томе, мы смогли предположить, что в этом томе также будет Адам Фрэнсис, поскольку ему посвящены квесты. Но есть также пятый персонаж, у которого есть несколько квестов, а именно Клоун. Все эти испытания включены в уровень 4 пятого тома. Так как Адам и Клоун не имеют записи в лоре, посвященных им, они могли бы быть связаны с Хэллоуином. Также, возможно, будут какие-то специфические испытания, связанные с ними, и спецскины для них. Также я напоминаю вам, что разрыв тома 4 закроется 7 октября. 30 сентября останется ровно неделя до закрытия разрыва. Для тех, у кого еще нет батлпасса для ДБД, это будет последний шанс приобрести и открыть те скины, которые доступны только премиальным. В одном из выпусков я говорил вам то, что в ближайшем будущем будут новые скины на Бубу и Ghostface. Сегодня у нас есть информация о датах, когда они появятся. Также есть информация о скинах на других выживших, которые посвящены Хэллоуину. Вот картинка здесь появится сейчас. Значит, Ghostface, это будет идти сетом. Выпущен будет 23 октября. На Бубу релиз запланирован 13 ноября, это будет не сет, будут раздельные части. Кроме того, у нас есть информация, что обновление между главами 17.5 выйдет 20 октября. А согласно графику ДБД, ПТБ должно быть выпущено за 3 недели до выпуска патча, то есть 29 сентября. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забываем пла-пла-пром-пам. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Не забываем про лайк, колокольчик, поделиться с друзьями. Обнял, поднял, в брови целовал. Пока.